свой 70-летний юбилей отмечает сегодня Вацлав Мечиславович Татаринович. С этой замечательной датой вас, Вацлав Мечиславович, от всей души поздравляют администрация и профсоюзный комитет Открытого акционерного общества «Токмаш». Дорогой наш юбиляр, наступил ваш праздник, ваш день рождения. Хотим пожелать только самого лучшего. Пусть удача и везение никогда не покидают вас. Пусть счастье и доброта будут с вами всегда рядом. Пусть те, кого вы любите, никогда не подводят и не предают. Желаем отличного настроения и невероятного успеха во всех делах. В этот знаменательный день остается пожелать вам крепчайшего здоровья, любви близких людей, радостных эмоций и прекрасного настроения. Желаем удачи во всех делах и начинаниях. Пускай впереди вас ждут большие победы, уважения и признания. Желаем стабильности, полноты жизненных ощущений, отличного настроения и радостных встреч с друзьями. С юбилеем вас! Как обычно, в этот день чудесный, все коллеги, родные и друзья вас спешат поздравить с днем рождения, как большая, дружная семья. Сколько лет, считать нам неприлично, вы душою молоды всегда, настроение у вас отличное, вас не видим хмурым никогда. Так позвольте в этот день прекрасный, счастья вам, здоровья пожелать, молодости вечной, настроения, жить лет 100 и только лишь на 5. Чтобы в доме собирались гости, чтоб друзья к вам приходили вновь, чтоб сердечно говорили тосты про надежду, верность и любовь.